Павлодаре приступили к реставрации самого старого моста, который был построен еще в 1966 году. 3 года назад его признали аварийным. По заключению экспертов, дальнейшая эксплуатация Кутузовского моста крайне опасна. На ремонт из местного бюджета выделили почти 130 миллионов тенге. Уже неделю как Кутузовский мост закрыт на капитальный ремонт. Работы ведутся ударными темпами. Почти полностью демонтировано дорожное покрытие. Подрядная организация приступила к выемке изношенных плит. За 48 лет эксплуатации бетонные конструкции путепровода ни разу не ремонтировали. Внизу на конусах мы снимаем все старые плиты. Там утрамбовываем, досыпываем, утрамбовываем и ставим новые плиты монтаж. Тем самым мы усиливаем несущую способность моста. По проекту реставрации моста рассчитано на 6 месяцев. Но перекрывать путепровод на столь длительный срок нельзя. Объект является стратегическим для Павлодара. Он связывает город с центральной и северной промзонами. По мосту ходят трамваи, под ним поезда. Это и осложняет ремонтные работы. Труднее всего договориться с железнодорожниками. Они должны на время отключать железнодорожные пути от высокого напряжения, чтобы реставраторы могли безопасно работать. Мы уже в течение вот недели никак не можем вот эти вот согласования сделать. Хотелось бы, чтобы в этом плане мы нашли понимание и быстрее. Демонтажные работы ведутся одновременно. Значит, фронт работ у нас на 4 участках. График работ сокращен почти наполовину. Рабочие трудятся круглосуточно. Сил и средств вполне достаточно, говорят подрядчики, и уверяют, мост сдадут в срок. Ежедневный технический контроль. Ежедневно по журналу. По графику выполнения работы идет ежедневный мониторинг данных видов работы. Ремонт будет вестись до 30 ноября 2014 года. К этому сроку центральный путепровод предстанет перед павлодарцами в совершенно ином виде. Тут полностью обновят асфальтобетонное покрытие, выстелят тротуары брусчаткой, заменят освещение. Но главное, мост станет безопасным для проезда и прослужит еще столько же. Катерина Брынюк, Ербол Абишев, Арман Якубов, Алексей Мельницкий. Павлодар.